Всем привет! Сегодня у нас 8 июля 2019 года. Хочу показать вашему вниманию инжирный персик Sweetring. Второе плодоношение у меня. Сейчас покажу загрузку в этом году на дереве. Тут в тени еще не совсем созрели они, не полностью окрасились. Ну, урожай намного больше, чем в том году. Вот такие вот красивые, сочные, вкусные плоды. На солнышке намного лучше окрашивается, чем в тени. Вот обойду, покажу каждую веточку, сколько его нацеплялось. Вверху тоже висят. Оно спелое, чини. Вот этот уже спелый. Зеленоватый еще. Этот нормальный. Отрыв тут сухой, тут не. На одной рукой неудобно рвать. Если бы двумя, то, конечно. Ой. Вот какие красавцы висят. Sweetring. Сейчас попробуем спелые. Да, мягенький. Ну, прокрутить его. Все равно чуть рвется со шкуркой. Такие вот плоды. Тоже мягенькие, спелые. Со шкуркой рвется. В принципе, мне урожай понравился в этом году. Отличный. Персиков много нацеплялось. Сейчас с другой стороны обойду, еще покажу. Персиков довольно-таки много. В том году урожай был, можно сказать, сигнальный. Плодов было мало. Ну, плоды мне понравились. Сладкие, вкусные, сочные. Советую этот сорт всем, кто любит сладкие сорта персиков. Вот такие вот красавчики висят. Это получается ранний сорт из инжирных итальянской селекции. Опа. В самом висят. Сейчас будем срывать, взвешивать их, какой размер у них. Опа, в этом году вот на веточке тоже как нацеплялась, хорошо держит нагрузку урожаем сорта. То есть вот видно, как на ветке, и все хорошего размера довольно таки. Тут еще зеленоватый пуш, их много. Так. Сейчас сорву. Посмотрим, какой вес у него. А вот внизу тоже вот такие вот красавцы висят. Очень сладкий, вкусный, сочный персик. Так, сейчас. Урожайность показал, какую несет на второй год плодоношения. Сейчас посмотрим еще, какой вкус у него. В том году я показывал видео, еще сегодня покажу в этом году. Так, давайте проверим теперь вес, какой в этом году у этого персика под загрузкой. Так, 100 грамм. Так, как же их ложить, чтобы... Ладно, на землю положим. 91. 88 92, чуть-чуть меньше вес, 103 95, давайте 88 77 92, 96 98. Ну, короче говоря, под нагрузкой чуть-чуть провис вес у них. В том году были, если не ошибаюсь, 120 130 грамм. В этом году, ну, нагрузка была, конечно, меньше. В этом году нагрузочка больше, то
вес поменьше. Сейчас разрежу, посмотрю, какой вкус у него в этом году. Какая сладость, какая сочность. Так, разрезал. Такая вот мякоть у него. Чуть-чуть еще он зеленоватый. То есть, вроде, с одной стороны и спелая, с другой еще или около косточки видно прозелень. Вот такой вот сочный сорт. Нажимаю, сок течет как с крана. Блин, а сок очень вкусный, очень сладкий должен быть. Сейчас попробуем. Класс. Ну, качки. Шкурка хрустит. Палитрно сладкий сорт. Очень сладкий. Класс. Как мед. Очень крутой сорт, очень вкусный. Мне там некоторые люди звонили, говорили, что типа Свитринг так по вкусу не очень. Я бы с ними поспорил. Очень вкусный сорт. Особенно в спелом состоянии, не в зеленом, когда их срывают и везут на базар, а именно в спелом. Сорт вкусный, сладкий, сочный, хрустящий, ароматный. Классный, очень ранний получается. Из инжирников самый ранний, пока у меня в коллекции. То есть, ну, к сорту претензий нет. Урожайность в этом году, как видите, хорошая. Единственное, чуть-чуть вес меньше стал. Не такой, как без нагрузки. Ну, и то, инжирный персик весом, грубо говоря, около 100 грамм. Тоже считаю, что нормальный вес. Так что такой получился видеообзор в 2019 году. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо. Всем пока.